дозвольте вам представити до нашої студії. Сьогодні завітали Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії, та Михайло Вандаловський, диригент оркестру. Доброго ранку, доброго вітаємо ранку. Вас у нашій доброго. Студії. Дякую, що серед репетиції. Я знаю, що їх у вас дуже багато зараз. Вільного часу мало, ви знайшли час, завітали до нас. І ще раз нагадаю, що ми будемо розігрувати квиточки сьогодні. Ви можете поставити запитання, ми його публікуємо у Фейсбуці. Нам телеглядачі нададуть відповідь, і ми подаруємо їм квиточки. Ну, я думаю, що це буде трішечки згодом, а зараз все ж таки давайте поговоримо, на що ж ми розігруємо ці квиточки. Грандіозний концерт нам готуєте 31 березня, хочемо від вас подробиць. Розказуйте нам. Ну, вже такі концерти стали традиційними, так. Пасхальні концерти накануні праздника. Поэтому в этом году этот концерт готовит вот Михаил Вандаловский. Он расскажет о себе, о своих достижениях. В этом году проходил конкурс дирижеров. И вот Михаил и еще двое дирижеров стали призерами этого конкурса. Это украинские участники конкурса. И мы пригласили их для работы с камерным оркестром. Вот будут готовиться три разные программы. Михаил начинает эту серию концертов. И вот ему как раз досталась эта программа пасхальная. Как основное произведение это будет «Семь слов Спасителя на кресте». Ну, подробнее об этом тоже Михаил скажет. А у нас еще впереди два концерта. Этот концерт состоится 31 марта, в субботу. Угу. Программа очень интересная, духовная, философская. Кроме этого произведения будут еще несколько сюрпризов. Вот, поэтому всех приглашаем на концерт, кто хочет зарядиться вот этой энергетикой, кто хочет повысить свой внутренний духовный уровень. Это очень интересная программа, так что добро пожаловать. Такая интрига, сюрпризы готуете, то есть я думаю, варто и поборотися за квиточки, повідповідати на питання, то ж телефонуйте до студії, ми розіграємо квитки. Ну і Михайло, звичайно, питання до вас одразу. Що готуєте для слухачів, навіть не глядачів, а слухачів? От. Если можно небольшое вступление, очень благодарен коллективу Николаевской филармонии за такой приз. Вот, мне кажется, что это, наверное, наилучший вообще приз, который может быть за вот, участие в конкурсе дирижеров. Вот, так как, ну что там, ну, медаль тебе дали, да, ну как бы деньги, а тут ты понимаешь, что ты можешь проявиться как дирижер, ты можешь сделать живое тело музыки, и я очень благодарен. Вот. А по поводу произведения, вот что мы слушателям приготовили, готовим еще, у нас еще две репетиции, вот и прогон. А за один день до Страстной Седмицы как раз практически мы попали в точку. Есть такой город Кадис в Испании, вот, и там был такой священник, имя его, кажется, не нашел, как его звали. Вот, он заказал, как бы, заказал Гайдну написать вот музыку для того, чтобы каждый раз в году на Страстную Седмицу, как раз, которая будет вот накануне Страстной Седмицы концерта, раз в году будет исполняться это произведение. Вот, и между каждой частью будет священник рассказывать, говорить слова, которые говорил Иисус на Христе, одно из семи слов, вот, и толковать их, и будет играться музыка. Некоторые люди глубоко такие вот воцерковленные, да, вот, которые привыкли вот к стандартной мессе, все, они выбежали из храма, да, как бы нам это не нравится, как это так, да, а остальные же прослушали это произведение до конца, там, расплакались или кто что, и аплодировали стоя, потому что в храме, да. Сейчас это уже более-менее нормальное явление, вот, но раньше это было просто, ну как это в храме аплодировать. Вот, и закрепилась такая традиция, вот Гайд написал это произведение, раз в году исполнять, вот. И после этого, я сразу подведу к вопросу, Гайд написал еще несколько вариантов этого же произведения. То есть оно практически такое же, но есть варианты, да. Сразу вопрос слушателям, мы же им и вопрос подготовили, да, вам. Сколько вариантов написал Гайдн этого произведения? Вот. И хочу сразу отметить наперед такую изюминку, что у нас будет в субботу особенный вариант.
Вот. А чем особенный, вы приходите и услышите. А может быть, мы скажем в конце передачи, после того, как нам скажут, сколько вариантов. Ага, да. Ось так. Тож, друзі, телефонуйте і кажіть, скільки ж варіантів всього. Або пишіть у Фейсбуці. Так, або у Фейсбуці під прямою трансляцією. Ми чекаємо, і наші гості теж, і, можливо, ви отримаєте ці квиточки, бо такими сюрпризами інтригують, заманюють на концерт. Аж цікаво, мені вже стало цікаво. Або якщо ми не встигнемо, ви нам по секрету розкажете відповідь після ефіру, і на Фейсбуці все це ми ретельно потім покажемо і продемонструємо. Кожного року, так, це ж традиційний концерт, і я знаю, що кожного року публіка змінюється віково. Розкажіть, будь ласка, от про публіку, яка ходить на ці концерти. Я точно знаю, що вона щороку змінюється. Ну, да, на самом деле, даже я бы сказал, от концерта к концерту публика меняется, то есть есть уже определенный костяк публики, который ходит постоянно на концерты камерного оркестра. Но в связи с разнообразием программ, то есть каждый раз играется новая программа, и люди притягиваются. Кто-то сказал соседу, кто-то на работе поделился информацией, кто-то действительно увидел в соцсетях информацию о концерте, и люди приходят все время новые и новые. И сейчас вот что приятно, что много молодежи стало приходить. Так. Стали интересоваться, а что же на самом деле. Многие удивлены, что в Николаеве есть филармония. Уже люди забывают о том, что... Ну, то есть некоторые не знали еще, некоторые уже забыли в связи с тем, что у филармонии такие уже 33 года нет собственного помещения. Но... Але уже 81-й концертный сезон так тривает. Да, музыканты... высоко и гордо несут свое знамя, и поэтому вот благодаря тому, что есть разнообразие дирижеров, есть разнообразие программ, оно и притягивает. А что же этот покажет? А как этот дирижер будет трактовать, может быть, уже известную музыку? Поэтому... Так, от мене так надихнуло на запитання щодо музики. Михайло, хочу запитати у вас, от ви як диригент відчуваєте твір, так? От ви його відчуваєте, знаєте, як донести, але вам його ще треба передати музикантам, правильно? Щоб вони вже донесли до нас, до слухачів. Як ви це робите? Поділіться, знаете, цим секретом. Где-то полгода назад прочитала дуже хорошу статтю тоже в Фейсбуці на тему «Зеркальні нейрони». Вот, то есть есть дирижерская техника, система ауфтактов, да, то есть мы показываем, когда вступать инструментом, есть скорость движения рук, то есть быстрее, медленнее и так далее. То есть есть определенные дирижерские приемы, которые применяют, как каратисты применяют, там, прямой удар, техника, боковой. Техника, и никто не отменял, правильно? Но есть еще то, что применяет дирижер, то, что не написано в этих книгах по технике, и то, чему, наверное, может быть, и научить нельзя. Это передача своего понимания другим людям с помощью того, что, можно сказать, и особо не видно. Да? Вот, допустим, мы смотрим на маленького ребенка, мы ему улыбаемся, он нам в ответ улыбается. Или он нам улыбается, и мы ему в ответ улыбаемся. Или мы смотрим на человека, которому очень плохо, и он может нам ничего не сказать, но мы вдруг чувствуем то же самое. Или если кто-то на тебя что-то плохое хочет сказать, ты прямо чувствуешь боль в сердце. Это работают зеркальные нейроны. То есть мы способны сопереживать. И в этой статье еще говорится о том, что нет людей там, плохих, грубо говоря, которые там, ах ты бесчувственный, бесчувственный, просто у него затерты эти зеркальные нейроны. Так вот, дирижеру очень важно понимать психологию, понимать, что эти нейроны у кого-то лучше, у кого-то хуже, и пользоваться этой связью. То есть самому искренне переживать, и только лишь ты искренне, если переживешь, если ты руками покажешь, но внутренне не ощутишь это, тебе не поверят исполнители и будут просто играть этюд. Та-ра-та-та-та. Технично, да, просто зиграют. Но если они тебе поверят, они выразят через звук. Вот, я же сейчас ничего не сказал, да? Вот. То есть они выразят через звук то, что, возможно, пытался отчасти выразить композитор, когда писал это. Вот. И поэтому, как бы, на концерте все будет очень честно. Вот. И я слышу у музыкантов отклик, и у нас есть связь, а если у меня будет связь с музыкантами, у музыкантов будет связь с публикой, то мы вместе создадим этот концерт. Очень бы хотелось, чтобы это было именно так. Ну вот. Дивовиже, дійсно, я от перший раз зараз почула те, що ви сказали.
Ну, так, поразили буквально. Я думаю, що варто прийти, є що послухати, відчути емоційно, а потім проаналізувати і вже бути духовно налаштованим на таке велике свято, яке вже буквально через тиждень буде. Я хочу, в свою чергу, нагадати, що 31 березня наші гості запрошують вас на пасхальний концерт, який відбудеться у приміщенні Палацу культури «Будівельники». Це вулиця Спаська, спуск 13. Нагадаємо, ось у нас вже тут є дописувачі у Фейсбуці. Запитання хочемо ще раз наголосити, що скільки варіантів написав Гайден у творі «Сім слів Спасителя на Христі». Ми обов'язково розіграємо і виставимо фото. І дякуємо вам, що завітали. Я думаю, що генеральна репетиція вже буде сьогодні-завтра у вас. Бажаю вам гарного концерту. Я так. Ще хочу додати по поводу того, хто ходить на концерти. Можливо, стоїть пригласити людей вот так, из файт-клуба. Да, из вот мы недавно были в Fight House, кажется, называют. Ну, это не реклама, да? Вот, просто в концерте будет принимать участие, насколько знаю, у нее есть еще другие регалии, но вот одна из регалий – это чемпион Украины по карате. Кюкюшинка и карате, Ольга Рукавишникова. Вот, Оля, привет. Вот, скрипка. И, да, она будет играть на скрипке в оркестре, и будет еще дополнительный номер ее виртуозный с оркестром. Вот, так что приходите, вот, но драться не будем. Скільки цікавинок на концерт. Так, будемо просто слухати і насолоджуватися. Не буде ні карате, ні боротьби, просто буде музика, диригенти, музиканти і глядачі. Дякуємо вам. Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії, Михайло Вандаловський, диригент оркестру. Дякуємо, що завітали.